В этом году зима длилась непривычно долго. Помочь теплу, наконец, укрепить позиции решили в Люберецком краеведческом музее. Там проходит выставка под названием «Весна идет». На открытии побывала Александра Томей. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Более 150 работ представлены на выставке Союза художников Подмосковья «Весна идет». Выставка объединяет художников Юго-Востока, Московской области в основном. Это люберцы, Ваткарина, Дзержинский, Бронницы. На выставке «Весна» под названием «Весна идет» представлены и, как известно, уже в Люберецком округе художники, так и художники, впервые представившие свои работы. Российская глубинка, нетронутые городской инфраструктурой места, весеннее непостоянство природы – основные мотивы выставленных работ. Несмотря на затянувшуюся зиму, художники уже успели побывать на пленэре. Я люблю писать зиму, пишу 18-20 градусов мороза. Это в сторону по Егорьевскому шоссе, там есть деревня Захарова, справа проехал. Это я писал в том году. Самые первые посетители вернисажа смогли увидеть торжественную церемонию открытия, лично пообщаться с любимыми художниками и угоститься с фуршетного стола. Вы рекомендуете выставку? Конечно. Для любителей живописи весенние натюрморты, весенние пейзажи просто поднимают настроение. Я советую всем. Увидеть экспонаты выставки «Весна идет» можно собственными глазами в Люберецком краеведческом музее с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника. Экспозиция продлится вплоть до майских праздников. Александра Томей, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.